Я собираюсь закрыть магазин после этих выходных. Иди сюда. Да ты что? Иди сюда. Ты куда уходишь? А ну стоять. Не хочет. Он уходит. Делай ничего. Но он это и так нормальный умел. Трюк. Я умею. Я так живу. Неужели это значит, что он останется навсегда? Всем привет, котята, меня зовут Лана, и если честно, я совсем не думала, что мы в ближайшее время придем в Adopt, потому что, ну, вот, смотрите, у меня тут до сих пор елка стоит, надо ее, наверное, как-нибудь на потолок обратно, а то что это она уже как-то не порядок. Ну да. Так, вот, куда-нибудь вот, вот сюда, мне кажется, так, очень... Хорошо, ей идет, короче. Вроде по центру. Ну, относительно. А, так вот, ребят, мы сюда пришли не просто так. У нас, оказывается, есть самый потрясающий лучший ивент в Адопте. Это первоапрельский ивент. И пойдемте. Пойдемте, я хочу пешком туда дойти. Пойдемте. Я хочу, чтобы мы просто вот... мы тут около выхода. Прошу вас, прошу вас. Я хочу просто сейчас, чтобы вы это увидели своими глазами. Потому что мы идем все вроде как всегда. Адопт. Вот тут вот карта. Но вот там, смотрите, вот там, вот тут. Я все вижу. Вот это. Это да, он, это самый лучший питомец на свете, это мой камень. И что он стоит? Он стоит. А почему так? Он не бесплатный? Что? Ребят, платный камень? Неужели это значит, что он останется навсегда? Только я хотела спросить об да этом. Вы да. Что? Вы уверены? О боже. Я покупаю. Ее ж тебе надо купить, тебе есть деньги. Да, у меня нет денег, мне бы купить, пожалуйста. Ребят, это питомец. Анка-монка. О боже. И сейчас подождите, у меня кое-что есть для него. У меня кое-что есть. Иди сюда. Да ты что? Иди сюда. Ты куда уходишь? А ну стоять. Он не хочет. Он уходит. Он уходит. Так, ребят, я реально могу накормить его зельем полета. Посмотрите. О боже. О боже, а ну-ка. Неужели это легендарный момент? Он пьет. Да. Он пьет. Блин, он так смешно пьет. Ага. Так. И теперь я могу... Ребята! Прикольно. Просто посмотрите! Это настоящий камень! Я думала, это первоапрельская шутка, и он будет только... Но нет! Нет, так, подождите. Сейчас, как бы с него спуститься? А вот, я забыла совсем. Это значит, что можно купить целую кучу таких камней. И сделать его светяшечным. А это можно? А это можно? Он будет светиться. Как будет выглядеть светяшечный камень? Я не знаю, это мое новое желание. Я хочу камень прокачать и сделать светяшечным. Это просто нереально, вы посмотрите. Надо, правда, как-то его вылечить, но... Но он такой несчастный. А еще он немножко дурной, он смотрит как-то непонятно. Ну да, а он такой был раньше? Мне казалось, что он был чуть более осознанный, что ли. Но он прекрасен, он все равно прекрасен. Осознанный камень. И у меня есть камень, на котором можно летать. Кстати, это вообще, конечно. Я как-то немножко кривовато на нем сижу, смотрите. Видите? Ну да. Вот как-то чуть-чуть, вот немножко... Реально. Чуток съехало. Ну да, ну так... Не знаю, может из-за того, что это камень, на нем нельзя сидеть ровно. Надо его вылечить, короче, и полетать, чтобы было понятно. Так, пойдемте за мной. Господи, он лагает. Он у вас у всех лагает? Почему у меня лагает камень? Кажется, да. Люто причем. Какой ужас. Может, так камни передвигаются? Может, просто не гладкие, наверное, из-за этого он как-то... Ну да. С угла на угол. Господи. Ну да, логично. Это выглядит просто ужасно. Неужели ему не дорисовали анимацию, он будет таким всегда? И в этом его фишка. Либо же, что еще хуже, его у меня заберут и просто вернут деньги и зелье, и все остальное. Я вот тоже об этом подумал сейчас и хотел сказать. Должно. Так, доктор, полечите меня, пожалуйста. Да. Так, камни... Ну, смотрите, ребят, но он... Он растет, он становится больше, чуть взрослее. Неужели? Неужели это реально будет так, что мы сможем его, ну, короче, как сказать, выращивать дальше? Приручить. Приручить камень. Я Лана. Что? Знаешь, о чем я подумала? Что если пойти и отдать его в школу, пусть учится этим трюком, да. Кстати, точно. Несите меня в школу. Ёж, господи, это весь Адопт лагает, кажется, ёж только что был в небесах где-то.
Кстати, чужие камни не такие лагучие. Вот мой камень самый лагучий, по-моему. Может, он не ожидал, что ему скормят зелье за кучу робоксов? А, нет, да, ребят, это, кажется, интернет. У меня тренер невидимый. Ну ладно, здравствуйте, невидимый тренер. Да, у меня тренер. Тоже невидимый. Да? Да, мне тоже. Ага. Угу. О, да. Появился. Так, давайте научим камень каким-то трюкам. Так. И что же ты будешь, дружище, смотри на меня. Я смотрю, готовь, делай ничего. Но он это и нормальный так умел. Трюк, я умею, я так живу. А, нет, кажется, они... Кажется, не... Нет, камень не может сделать этот трюк, да? Да что ж такое-то? Ну, он еще, может, маленький. Ну, да, но... А почему у нас камни выстроились в такой вот этот ряд? А подождите, у кого нет камня? У меня чуть нет камня, мне не хватает 3 монет. О, в смысле? Я вот жду. Ева, ты чего? Да, может, я сейчас съесть захочу или в школу, а я уже в школе. Не вот. Нет, я хочу спать, так, пить и в душ. Сейчас. Где он? У меня нет водички. О. Ладно, сейчас. Сейчас я поставлю дом. У меня есть лимонад. Лимонад? Отдай Еве лимонад, пусть Ева попьет. Сейчас. Так, ну что, Ева, пей лимонад. Как же без камня-то? Наши камни уже даже чуть-чуть подросли. Так, все, я побежала. Побежали. Спасибо. Ой, а вы со мной? Ну, конечно, я же хочу посмотреть. Мне только что 20 баксов прилетело. Вот, да. И вот он, о боже. Ребят, это просто невероятно. Я очень надеюсь на то, что камень потом останется и реально будет. Он такой хорошенький. Это мой питомец. Ладно, ладно, у меня есть еще одна теория. Еще одна теория имеется. Вот сейчас вот мы начнем его выращивать, и как только будет следующий его уровень развития, он такой: я камень, я пошел жить свою жизнь, и уходит. Ладно, больше камень не кормим, я не буду его выращивать, он останется со мной. Нет, ну так тоже нельзя. Ну в смысле нельзя? Это ему нельзя уходить, Ева, ты опять пить хочешь? Жарко на улице, да? Похоже на то. Кстати, ребят, мы тут пропустили обновление. Вот смотрите, если зайти сюда, то тут есть новые яйца с новыми питомцами. Это какие-то, кажется, лесные. Посмотрите, вон они. Такие очень симпатичные, там грибочки и вообще. Вау. Но, кажется, мы, ну, как-то уже далеки. Ой, я могу купить. Да? Да. Или ты хочешь купить несколько камней? Как ты думаешь, Илья? А, ну, как хочешь. Я могу купить. У меня 1124 доллара. Ого! Ничего себе. Да, я богатенькая, оказывается. Ага. Но у меня есть идея немножко получше. Улен, сохрани свои деньги, а мы пойдем на общий сервер. Во-первых, проверим, останется ли камень у нас в инвентаре после перезахода. Ага. А во-вторых, посмотрим, может, у кого-то уже есть вот эти питомцы, и мы просто увидим, как они выглядят, и будет довольно интересно. Я камень потеряла. В смысле? Ева? Я не вижу его. Но он спит, ну, а вот. Может быть, он просто застрял. Он спит. Да, как обычно, адопт такой: ой, да, где твой питомец, его нет. Итак, ребят, я зашла, и вот он камень, он сердечки мне шлет. Я ему нравлюсь, он все еще лагает, но он прекрасен. А вы как? О, я... Ой, Ева на него крылышки надела. Да. Я хотела еще что-то, но у меня особо нет одежды, но... оказалось. Слушайте, ребят, мы... А, кстати, я тоже могу немножко переодеть мой камень. У меня для него есть. У меня для него есть. А у меня много что есть, кстати. Давайте это будет камень-пират. О, как ему идет! Усатый. Ничего себе. Нет, бивни уже не помещаются. Ну ладно. Слушайте, шикарный получается камень. Очень-очень. Надо помыть его теперь. Оцените скин моего камня. Показывай. Самурай? Ля какой? Пират. Да это не самурай, пират. Это скорее пират. У него, да? Он, ну ладно, да. Я просто увидела меч, и я такая думаю, ну самурай. Все, больше нечего сказать. Крутой. Так, интересно, не будет ли мне мешать меч летать на нем? Да нет, по-моему, отлично. Но слушайте, ребят, пока что я довольна. То есть камень не исчез, деньги не вернули, зелье не как бы отдали обратно. Все в порядке. Главное, что если это произойдет, то... Зелье потом это... О, тут еще кто-то с камнем! Ребят, давайте смотреть, сколько людей на сервере будут с камнями. Выходите, пойдемте. Сейчас, секунду, иду. Так, все на борт вместе с камнями. Спасибо. Ева, там тебе вот выдали место, все в порядке. Все. Нормально? Спасибо. Все уселись? Да. Поехали. Итак, мы направляемся в центр города вместе с нашими камнями. Прям как настоящий поезд. Ну да. Да, мне нравится. Он такой достаточно...
не скоростной, но... Экскурсионный, будто бы, знаете. Да-да-да, такой маленький, как вот вагончики существуют, так тут вот... Это у кого-то там лодка, вы видели, или кто-то утопил машину? Утопил машину, думаю. Ага. Смотрите, там кто-то уже с этим лесным яйцом. А ну-ка. А оно будет у него вылупляться? Я не вижу. А вот. Ну, еще немножко лесное осталось. Лесное яйцо, да. Видимо, его хотят обменять на что-то. Но я пока что не вижу лесных питомцев. Вот есть какой-то лунный белый тигр, но кажется, он из предыдущего обновления. А жаба уже была? Возможно, нет. Какая жаба, потому что она посмотрите. Что-то такая прикольная. Интересная. Ага. А это какой-то страус. Но страус, кажется, был. А вот жаба точно явно такой не было. Очень-очень неплохо выглядит. Смотрите, у кого-то молодой камень. Молодой. Подросший камень чуть-чуть. Знаете, мне очень нравится вот у этой девочки камень. Тут написано полностью взрослый, но он новорожденный. Это... Это его так назвали просто, чтобы немножечко ввести всех в заблуждение. Но я хочу найти полностью взрослого камня. У кого есть полностью взрослый камень, кстати? О, ребят, смотрите, какие классные вещи здесь. Ух ты, новые. Ой, реально. Всякие. Блин, мне нравится эта штука. Я куплю маленькую шляпу коробочку, вот пожалуй. Я тоже хочу. Давайте посмотрим, может, из нее что-то выпадет классное. Я открываю и... Ой, это погремушка-цветок. Она, скорее всего, самая обычная, но выглядит очень классно. Тем более, у меня такой еще не было. Ну вот, а могла купить, вот, сэкономить еще денег, купить еще камень. Ну ладно, я думаю, что... Эй, отпустите меня. Я открою еще один подарочек. И, возможно, стоит все-таки задонатить и купить еще... Ого, ничего себе. У меня какая-то коляска. Она довольно странная и похожа на велосипед. И она тоже из обычных. Да блин, а. Я надеялась на какие-то более крутые предметы, но, с другой стороны, из маленького подарка. А, как думаете, стоит ли донатить на то, чтобы купить себе камней? Как думаете? Ну, камни — это круто. Я тоже так считаю. Так, мой камень-пират немного проголодался. Давайте сначала его покормим. Может быть, я смогу немного... как сказать... Так, ой, он кушает сэндвич. Он доволен, ему понравилось. Только он хочет пить, а у меня больше нет воды. Надо где-то воду еще купить. О, есть лимонад. У Лены только лимонада. Ладно, можно в школе попить. В школе разве можно? А, напоить питомца, точно. Так, камушек, ты идешь. Опять этот невидимый преподаватель. А ты видишь, что тут есть это пить, а пить это есть? Ну да, видимо, тем, кто делал школу, нужно самим немножечко еще поучиться. А теперь камень может еще и поспать. Это шикарно. Ой, интересно, как он спит. Давайте посмотрим. Эй! Не я, а камень. Где камень? Да, меня тоже положили. Он подрос. Джуниор. И кажется, он сможет сейчас выучить новый трюк. Так, давайте попробуем научить своего камня новым трюкам. Так, вот он мой камень. Он немножечко притворись мертвым. Мне кажется, такие трюки я уже видела на 1 апреля в прошлом году. Но, в принципе, я не против таких трюков, потому что что еще может делать камень, в принципе? Ну да. Тем временем мой камень научился новым трюкам. Он может делать ничего. Да? Он это делает? Ну, круто. И также он может притвориться мертвым. Смотрите. Ой. Да? Да? Отлично. По-моему, шикарно. У меня дрессированный камень, а у вас как? А у меня почти. Он даже еще и не джуниор. Это что? Так, ребят, пора зарабатывать на камне. Я ставлю дом в центре города, чтобы мы могли немножечко искупаться. И ура! Если я сейчас задоначу 280 робоксов на $600, господи, какой же дорогой тут донат, я могу купить еще 2 камня. И знаете что? Я это сделаю, потому что зачем еще нужен вообще адопт, нужен донат, чтобы кроме как покупать камней. Вы согласны? Разумеется. 2 камня. Мне нужно 2 камня. А, кстати, давайте поговорим с этим вот парнем. Он говорит, да, брат, снова рад тебя видеть, друг. Хочешь завести больше домашних животных? Да, друг? У меня все самые выгодные скидки, друг. Ухаха. В любом случае, скидка другу и еще много чего. Друг, помнишь Петро? Самый хороший питомец, который был. Да, это было. Я раздавал их бесплатно пару лет назад, только на один день, понимаете? Всем нужен питомец, кто знал. Помимо во всяком...
он очень странно говорит. Во всяком случае, так, я думаю, я должен вернуть их навсегда. Больше никаких исчезающих камней. Но они больше не бесплатны, потому что попросили не сдавать их в аренду. Целая армия робособак работает, чтобы доставить эти камни тебе. Я собираюсь закрыть магазин после этих выходных. Хотя, имейте в виду, что, в общем, интересно, что... Чего? Короче, мы поговорили с ним, и если эти питомцы пропадут, то я обязана купить себе еще 2 камней. И, возможно, я вернусь сюда еще до конца выходных, чтобы еще, короче, еще камней себе набрать. Вот. Ну что, ребят, я просто невероятно довольна. У меня остался 1 доллар и 3 камня. Это круто, я считаю. Так что на этом будем заканчивать. Я надеюсь, что все из вас успели прикупить камушек. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Пока!